Народ, приветствую вас на канале High Invest Profit. Этот канал создан для тех, кто хочет научиться разбираться в высокоприбыльных инвестициях. Здесь мы будем делать все для того, чтобы вы стали профессионалом и не попадали на деньги. Сегодня мы рассмотрим экономическую игру Fruit Risk, которая стартовала в ноябре 2018 года и предлагает доходность от 10 до 35% в зависимости от суммы депозита. Узнаем, стоит инвестировать или нет. Официальный сайт проекта fruit-risk.biz. В техническом плане можно отметить неплохой дизайн, оригинальный контент и SSL-сертификат. В главной странице присутствует ссылка на группу ВКонтакте, описание игры, маркетинг, контактные данные для связи с администрацией в виде почты, новости, часто задаваемые вопросы, которые не особо интересны. Как такое же есть у всех. В свободном доступе представлены продолжительность работы проекта, количество участников, объем вложенных и выплаченных средств. Также топ-20 инвесторов и топ-20 выплат. Из языков на сайте доступны русский и английский. Суть игры Fruit Risk заключается в том, чтобы расширять свой сад, собирать и продавать плоды, а также выводить деньги на свой счет от продажи фруктов. Также в игре существует возможность заработка дополнительных денег с помощью партнерской программы, конкурсов, азартных игр и так далее. Всего в компании три способа заработка. Основным способом является покупка деревьев с последующим получением прибыли от продажи собранных плодов. Для покупки доступно 8 вариантов деревьев. Месячный доход варьируется от 10 до 35% в зависимости от типа растений и суммы вашего депозита. Сумма депозита может быть от 10 рублей до 5000 рублей. Чем дороже растение, тем больше прибыли оно сможет принести. Единственным способом заработка в игре является партнерская программа, которая позволяет зарабатывать без личных вложений. Этот способ можно использовать как дополнительный или основной, если у вас есть аудитория, которая готова переходить по вашей реферальной ссылке и вкладывать деньги в игру. Партнерская программа принесет 8% с каждой покупки и со второй линии 2% соответственно. Все средства зачисляются на счет для вывода. Бонусы – это, можно сказать, еще один способ заработка Fruit Risk. Но его тяжело сделать основным, так как за выполнение мелких заданий игрок получает такие же мелкие поощрения. Например, согласно условиям программы, каждый участник проекта, опубликовавший сообщение более 30 символов, получит на счет 1000 рубля. Кроме того, для дополнительного заработка пользователей доступны две игры – Камикадзе и Орел Орешка, а также три лотереи – Лотерея, Лотерея Лайт и Лотерея Фри. А также при регистрации в игре всем игрокам на первое пополнение баланса начисляется дополнительно по 5% от суммы вклада и дарится яблоня за 10 рублей. Выплаты осуществляются в автоматическом режиме. Ресурс работает с такими электронными платежными системами, как Pair, FreeCash, AdCash, Kiwi, Яндекс.Деньги и сотовые операторы России. Переходим в поисковую систему и ищем fruitrisk.biz для того, чтобы посмотреть, как проводить свою рекламную кампанию. Это самое главное, так как это даст ответ на вопрос, стоит ли сюда вкладывать вообще какие-либо деньги, возможно ли здесь прибыль. Первое, что мы видим, это официальный сайт компании, который мы только что рассмотрели. Далее самый популярный форум MMGP разместил информацию у себя о данной игре. Также о данной игре разместили информацию у себя Profit Hunters, Inforum, Group Money, Team Money, Monitoring Games. Стоп Лохотрон сделал детальное описание данной игры с обоснованием, почему это финансовая пирамида и Лохотрон. А вот сайт Баксов нет в своем репертуаре, пишет негатив о данной игре. В принципе, этот сайт пишет о всех хай-проектах негатив, и на них сам же и пиарится. Данный сайт призван уберечь людей от хайп-индустрии в целом, в то время как нам надо разобраться в ней. Поэтому для людей, которые имеют представление о хайп-индустрии, данный источник не представляет ничего интересного и не воспринимается всерьез. Также Антиобман, естественно, написал, что данная игра является Лохотроном. Но этот сайт малопосещаемое подобие на вышесказанный. Вместо того, я скажу, что игра Fruit Risk вызывает положительное впечатление. Игра постоянно развивается, а сайт игры дополняется различными доработками. Например, интегрирована возможность пополнения игрового счета с помощью криптовалют Bitcoin, Dogecoin, Litecoin и Ethereum. Пущен онлайн-чат для игроков, добавлена ежедневная бесплатная лотерея. Сейчас в проекте в самом разгаре идет третий сезон. Первые два прошли достаточно успешно, в том плане, что особо негативных отзывов и комментариев на форумах игроки не оставляли. Спасибо за внимание. Будьте с нами для того, чтобы всегда быть в курсе.